Всем салам, дорогие друзья. House of Detention, не знаю, может, не так произносится, но вы понимаете уже, о чем речь. Это будет что-то интересное, что-то заманчивое. Спасибо Андрюше, что подогнал мне эту игру, это подписчик, вот, говорит, посмотри, ну, как я мог мимо такого шедевра, блядь, пройти. А значит, что, изначально вылезла планка и говорит, тебе доступны только два мода, чтобы видеохостинги тебя не заблокировали. Это вот правильная версия и президенты, то есть вот можно всех заменить на президентов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вот, остальные все, если включить, то там будут, ну, трусики спадут, короче, еще и девушки зачем-то появятся. Это неинтересно нам. Что, без лишнего пиздежа, давай начинать. Не забывай комментарии, чтобы, если ты хочешь, чтобы вот такая вот дичь почаще выходила, вот, комментируй все это дело. Похуй на лайки, похуй на все, главное комментарии. Так, выбери главу. Ну, начнем с первой главы. Че уж. Не знаю, главное, чтобы она не лагала, потому что у меня когда-то была эта игра. Когда-то была, я ее покупал на старый комп. Она подлагивала. Где я? О, Билли. Что произошло? Ага, Deep Dark Fantasy произошли. Ебать там сколько стаканчиков. Вы просыпаетесь в непонятном месте и обнаруживаете на своей шее ошейник с надписью Slave. Повсюду разбросаны стаканы с белой жидкостью. Попробуйте разобраться, что это такое, и выберитесь на свободу, не подставив свою задницу врагам. Ладно. Ага, так, есть фонарик, значит, есть фонарик. Я ведь просто смотрел Гачимучи ремикс на Ютубе, и теперь я здесь. Какая музыка, блядь, надеюсь, меня за нее не выебут на Ютубе. Так, я вижу уже стаканчик один. Вижу стаканчик. О, ха-ха, здорово. Подожди, могу что-то взять? А, забрать его могу. Отлично. Ага. Я надо собрать, получается, 5 каких-то мемов, я так понял, и молочко. Бля, музыка мое почтение. Это же молочко, да, всем понимаешь, что это кам. Это лучше, чем молоко, оно намного питательнее. Бля, музыка вообще бодрая. Блять, сука, Билли, какого хуя, блять, это же еще и хоррор. Сука, это еще и хоррор. Ёбаный хоррор. Ладно. Качи-мучи, еще я скримеров не пугался, так что все бывает в первый раз. Но музон просто мое почтение, блять. О, Билли, привет. Сердечко, сердечко. Навсегда сердечки ты, Билли. Так, ладно, хуярим. Хуярим. Блять! Блять! Нет! Нет! Нет, я не бойный. Ай! Сука! А, отстань! Да что ты нахуй делаешь? А, да прекрати, сука! Ты чё? Ты чё, бык ебаный? А? Хуел, бля, может я без фонаря быстрее бегаю? Нет, так же, значит фонарь нет смысла убирать вообще. Хуярим. Сука, подшлёпал меня. Ладно. Раз такая возня. Ого, оп, это этот. Блять, как его? Рикардо Милос. Боже, это Рикардо Милос. Таблоуд. Так, Рикардо. Кстати, FPS просаживается. Играет с чего на высоких у меня стоит, но компьютер, блядь, не вывозит. Ну это инди-проект, чего вы хотите? Здесь в инди-проектах постоянно оптимизация говно. Блять. О. Славяне! Блять! Что это было? У! Нет! Нет! Пожалуйста! Не надо меня шлепать, блять! Я не хочу! А, вот бежит за мной! Молочко! Отлично, молочко! Блять! Блять! Нет! Нет! Ебучая дверь закрыта. А-а-а! Нет. Пожалуйста, не надо. Дядя. Нет, не хочу. О боже, там, блядь, этот. Рикардо. Бля, Рикардо, почему ты нахуй не добрый? А, там молоко, я вижу молоко. Блядь, он танцует. Рикардо. А, еще один. Блядь. Нет. А, мужики, не надо. Ну что вы, мужики?
Давайте разберемся. Мирно. Блять, все, я вроде здесь все собрал. Не знаю, дверь открывается, нет, надо съебываться. Бля, нормально, нормально. Уже молочка 7 штук нашел. И 2, получается, мема. Отлично, пролетаем. Блять, не знаю, пройду игру всю за один ролик или не пройду, посмотрим. Ну, типа, если сольюсь, то другой режим сразу включу. Типа, мы уже понимаем, в чем суть. Чем нам больше на него времени тратить. Хотелось бы, конечно, пройти. Это великая игра, блядь. Великолепная. Хотелось бы все пройти. Так, здесь я еще не был. Может, и был. Так, нет, не был. Блядь. Плутину ногу. Так, осталось 2 мема. 2 мема осталось. Там вроде еще один мем вижу. Что-то подгрузился. Или показалось? Это дверь какая-то. А. Твою мать, Билли, нет! А, пожалуйста. Нет. Прошу тебя, Билли. Только не ты, блядь, не шлепай меня. Хотя я бы хотел, чтобы... А, ты меня отшлепал, или это не Билли, я не понял, кто это. Сука, хуярит за мной, прям уверенно. Прям уверенно ебашит. Блядь, а, не надо. Дядя, не надо, блядь. Прошу тебя. Я тебя прошу, не надо, нахуй. Давай без этой хуйни все разберемся. Боже. Господи Иисусе. Блядь, он вроде оторвался, ладно. Ладно, в качалочку потом зайдем. Давай сюда пробежимся, попробуем. Хотя здесь, наверное, тоже меня кто-то поймает сейчас. О, щит. Блядь, что за комната? Чел, ты как? Давно тебя здесь держат? Блядь, он молится. Он, я не знаю, он рад или нет? Я в такой комнате позависал с пацанами чисто так, под пивасик посидеть. Нормально так хряпнуть пивасика и все. С парнишками. А дрова можно брать? По поленам хуярить будут. Так, мемов не видно. Там мужчина, блядь, ходит. Да вроде этот, блядь, как его зовут? Dark Home, ебать. Fucking slaves, пошел ты. А, пожалуйста. Отлично. А, пей полностью, пей. Насыщенная жижка. Блядь, в какую сторону? Давай сюда. Музыка-то вообще напряженная, хуярит. Хорошо. Прорываемся. Deep Dark Fantasy. Та-та-та-та. Бля, брат, а ты до какой поры идешь? Вот он, Van Dark Home идет. Бля, братик, ты прям до конца хуяришь, что ли, сюда? Какая музыка? Та-та-та-та. Можно фонарь включить? Бля, братишка, ты как вообще ходишь? Объясни. Ага, нет, это не Van Dark Home, это вообще какой-то чел. Левый. Блядь! Вставай! Нет! Не надо никакой фистинг! Пожалуйста! Ладно, обруливаем. Ага! А, сука, шлепка у меня по сраке. Падла такая. Пожалуйста, не надо, прошу. Да я не трогаю тебя. А! Так, там этот был. Гарри, или как он? Грустный Гарри, или какой он там, блядь, мем? Не успел прочитать. Так, еще три баночки с целебной жидкостью. Все. Блять. О, нет, блять, их двое. О, нет. Не надо. Сука. Блять, сколько их тут в зале? Билли тут ходит. Не надо. А, мужчина, вы чё? Бля, я не могу поднять на ходу. Мужички, ну вы чё? Ну давайте как-нибудь подобрее быть друг другу. Билли. А, поднял вроде. Или не поднял, не знаю. Бля, мужики. Мужики, ну не надо. Мужики. Ай, блядь, да за что, мужички? Что же вы творите, блядь, мужички? А, мужики. А, ну в самом деле. Последний стаканчик.
Я все собрал, вернись к данжен комнату. А где данжен комната? Боже. А, мужики. Мужики, уже хп мало. Блять, данжен комната это та вроде, где мужик на коленях сидел. Да не кричи ты на меня, блять. Сука, хуярит. Хуярит за мной. Так, где данжен комната-то, блять? Данжен комната не там, не там она. Нихуя она не там. А чисто в другой стороне. Бля, он голый что ли? Нет, он в труселях красивых. Ладно. Бля, прошли походу с первого раза. Осталось только дойти до данжен комнаты. И все, и будет победа. За 10 минут справились почти. Если меня что-нибудь в углу не займет, просто не отхуярит нормально так. Бля, бро, давай не надо, бро. Билли, заебал. О! Я собрал все кружки с белой субстанции и трофеи, висящие на стенах. Возвращаясь в данжен комнату, я увидел, как Билли наказывает Вана Даркхолма за непослушание и решаясь присоединиться к ним. Это нормально. Вот он, Ван Даркхолм. Ну чё? Давай! Чё делать надо? Здесь пониже наказать его или что? Бля, я на него залазю или что? Вот это наказание. В другом режиме я бы, наверное, посмотрел на это наказание, блядь. Воу-воу-воу, что так в лицо-то сразу? Опа. Бать, Билли нахуй сиганул. Так, мы теперь будем за Билли играть или что? Небесная качалка. Билли, здравствуй. Билли, ваш друг, отлично. Билли. Билли. И обними меня. Билли, у тебя тут бокальчик. Билли. А, вкуснятина. Ебать. Я как будто с батей, нахуй. Даже больше, чем с батей. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Бля, как пройти тут? Билли, я не пролазю. Во, пролез. Билли, я не пролазю, Билли. Ага. На Q escape что-то там сделать. Что-то не делается на Q. Ой, отлично. Это прекрасный левел. После той напряженки, которая была, здесь прям просто шикардос. Анна кейк. Я не знаю, что он говорит, я просто повторяю. Ладно. И музыка такая прям душевная хуярит. Top load. Я бы даже, знаете, я бы, наверное, даже погромче сделал музычку. Так вот, на 60. Оп. Чтоб громче было. Я знаю, что мне за нее, конечно, прилетит, наверное, но... Блять, прекрасный левел. Просто прекрасно. Гачи-мучи. Просто расслабление после напряженки. Тут еще церковь Билли есть, смотри. Блять, прекрасный трек. Как он? Найдите кто-нибудь мне этот трек, скиньте, пожалуйста. Который играл. Билли спит. Спит Билли. О! Блять, тут один трек пизже другого просто. Фонарик здесь. В раю фонарик.
Да, жаль, Билли тоже, скорее всего, в раю. Жаль, что его с нами нету. Очень-очень жаль. Видел бы он это все, вот, это, вот эти вот шедевры, которые делают с ним сейчас. Прекрасно. Вы, кстати, у меня звон... Блядь, что не берет стоп? У меня звон, видишь это? Тоже Билли. В образе ангела, блядь. На стуле это мне Сережа, нахуй, Суртаев, тоже подписчик и кореш передал. С Москвы отправил, нашел где-то. Это вообще коврик для мыши, но... Сами понимаете. Блядь, я бы вот в такой бы церкви, нахуй, я бы даже причастился и помолился бы. Эх, Билли, Билли. Так, осталось последний мем найти. Или я бы сказал, на этом уровне это не мем, это икона. Икону последнюю найти осталось. Бля, по-любому где-то за шкафом висит она, за каким-нибудь. Да, смотри, как чувствовал. Просто как чувствовал. О, этот взгляд. Вернитесь к порталу, окей? Билли, братишка, идем. Вернуть бы тебя к жизни, воскресить бы. Билли Хэрингтон показал мне свой рай. Кажется, теперь я видел все. Через портал мы переместились в лес Данжен Мастеров. Здесь мне предстоит собрать оставшиеся кружки с Hot Lots и отправиться на покой. Так, мужской лес. Билли мой тут друг, да? Нет, Билли, Билли ускакал куда-то. Ну ладно. Блять, ну это Dungeon лес, значит здесь, блядь, будут ребята. Ох, I'm sorry, достижение дали. А, не надо. Нет. Нет. Дядя, не надо. Power Sun. Бля, музыка просто великолепна, нахуй. Мне нужны все эти миксы. Я буду просто на репите их, нахуй, слушать. Пока на работу еду. Да, братик. Ух ты, блядь, хуярит за мной прям. Твою мать. Еще один. Нет. Не надо. О, мужчина. Папа учил не стесняться своего хозяйства, да? А! Не надо. Стена, блядь, стена. Так, оббегаем за деревом. Хуярим. Сейчас сначала по краю карты оббежим все. Можно оторваться. Блядь, нет, от него не оторваться. От него просто нахуй не оторваться. Где край карты, блядь? Пиздец, лес огромный. Но я должен уйти на покой. Отлично. Ебать их здесь народу. Так, где-то там вижу. То ли стакан, то ли мем. И то, и другое, походу. О, блядь. Дядя Богдан, нахуй, был. Мем с дядей Богданом. Хуярю. Какая-то картина, что телевизор. О, опять Билли. Эх, Билли, Билли. Хуярю. Здесь поспокойнее немного, поспокойнее себя чувствую. Если хотя бы убежать могу. Там от одного чувака я даже убежать не мог. Ох, ох, ганчинг ап. Гангинг ап. Как это, блядь, читается, да? Ух, нихуя себе слендер. Так, мемы все найдены, господа. Осталось найти, блядь, жидкость. Великолепную. Блять, это орёт этот или это, блядь, в песне, я не понимаю.
Так, осталось найти великолепную жижу белую. Кам. Весь. 6, так, уже 5 получается осталось. Вот бокальчик свежего хамшота. Так, вдоль края надо пробежаться, вдоль края, чисто вдоль забора. Чувствую, получится. Есть хорошее предчувствие. Ангел Билли со мной, он охраняет меня. Хуярим. Я надеюсь, музыка не громкая, просто без нее здесь вообще смысла нет играть. Она здесь делает атмосферу. Давай. Отлично, отлично, осталось 4. Осталось 4. Есть хорошее предчувствие, что оно все, блядь, вдоль забора. Блядь, ну теперь хочется посмотреть и без цензуры на эту версию. Что там происходит у них? Вот в клубе под такую музыку бы просто замес устроить, такой мужской чисто. Там ходит, ходит, он слева, сука, ходит. Так, я по кругу оббежал, нет, всю эту тему, я не понимаю, нихуя. О, вот стаканчик вижу, вижу стаканчик. На горизонте. Там еще чел ходит. Так, давай стаканчик сразу возьмем. Фонарь погасим пока что. Так, ладно, подрубай. Вообще нихуя не видно. Туман, туман, туманище, блядь. Так, стена, я могу забежать здесь? На бугор. Отлично. Так, жалко, что ангел Билли улетел. Он бы указал мне путь к стаканчикам с камом. Так, еще один стаканчик, смотри. В дереве прям спрятался. Отлично. Voice of the Gum, блядь, гум. Баблгам, блядь. Так, осталось два бокальчика. Два бокальчика. Да, локация огромная, пиздец. Я не знаю, я оббежал ее по кругу или нет. Есть предположение, что нет еще. Стаканчик вижу, вижу стаканчик на горизонте. Остался последний, получается. Такой жесткий драм энд бэйс начался. Вот изначально бы он был. Да, мужчина, шагай, пожалуйста. Просто шагай. Уйди, блядь. Уйди, это мой камшот, блядь. Отлично. Отлично, надо еще вдоль забора пройтись. Потому что я не знаю, оббежала по кругу или нет. Скорее всего, этот стаканчик, бокальчик вкусной жижи где-то в центре, сука, я чувствую. С последним, скорее всего, наебемся с бокалом, нормально так. Есть предположение, что наебемся неплохо так с ним. Ух, нет, вот он, блядь, повезло. Боже, повезло. Вернись к порталу, блядь, а где портал, нахуй? Где-то в центре, да? Там портал был, нет? Что-то он светится. Надеюсь, это портал. Вон портал, вижу, да. Там Билли охраняет. Отец. Нет. А! Отец! Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Такой грех не выпить. Фистинг из $300. $300. Я горд собой, я горд. Бля, какую-нибудь кат-сцену покажете в конце? Было бы просто замечательно, если какая-то кат-сцена еще была. Была бы. Отлично. Это типа я или что? Айц, посраки его. Надо было шлепнуть, надо было шлепнуть. Это я, походу, вот. Бля, хотел бы быть на его месте.
Опять, смотри, опять чисто и камера туда прилабунится. Великолепно, это шедевр, блядь. Это шедевр. За последние, нахуй, пару месяцев я не даже за последние полгода я ни во что лучше не играл. Я прошел все безопасные режимы, которые доступны. Вот, кстати, это предупреждение. Вот, играть правильную версию. Так, вот, можно взрослый патч бесплатный накатить это в Steam. И вот режим правильная версия, и президент является безопасным для видеохостингов, потоковых сервисов. Можно, знаешь, что сделать по приколу? Запустить президенты. Чисто президенты, вот House Defension, давай просто запустим, просто пробежимся разок. Посмотрим. Ой, Nextdoor, Jabroni, смотри, вон там. И я опять. Опа, Абэмы, ебать, черножопый, нахуй. Владимир Владимирович, здравствуйте. Дополнительные налоговые меры. Дополнительный налоговый мир. Ладно, подожди, надо послушать, может, какие-то фразочки будут говорить. Чисто пробежимся, протестим президента. Грузиться долго стало, ты шо, мать? Так. Так, ну здесь даже не буду стаканчики собирать, я просто хочу посмотреть, кто на меня будет нападать. Я сам не при... А! Не пугай меня, блядь. Так, в последней комнате там какой-то чувак на меня бежал. Прям без остановки хуярил. И там дальше еще был Рикардо, сейчас посмотрим. Кто и что там. Ну-ка, кто здесь? Ты же по скрипту должен на меня бежать, нет? Нет, не бежит, прикинь. Все по-разному, блядь. Все по-разному. Ну, здесь два перца, сейчас глянем, кто из них кто. Да, не понимаю, или президенты себя ведут по-другому. А, нет, вот. Абэма, ебать, черножопый, нахуй. С красными глазами хуярит за мной. Абэма, отстань. Черножопый, блядь. Ёбаный козел. Блядь, эта дверь открывается? Нет. Нет. А! Владимир Владимирович, помогите! Надо еще Владимира найти. Где Володя, блядь, прячется? Да все, Обама, отъебись, заебал на туре. Просто отъебись, блядь. Хочу Владимира Владимировича еще найти и попрощаться уже. Владимир Владимирович, я не плачу налоги. Алло. Владимир Владимирович. Обама там встал, ждет, блядь. Владимир Владимирович, я налоги не плачу, как слышите? Наверное, на совещании где-то важном, очень занят он. Мне кажется, он в зале, блядь, чисто в зале. Он же спортсмен. Это лицо, блядь. Ну-ка. Так, здесь, блядь, что? Здесь вроде зал должен быть. Да, Владимир Владимирович! Бля, это Трамп! Боже, нахуй, это Трамп! Блядь, это Трамп! Трамп за мной хуярит. Меня сейчас отхуярит Трамп. А! Да Трамп, иди нахуй! Трамп! Ты что делаешь? Нихуя, он бьет! Трамп, ты говна въебал, отстань от меня! Владимир Владимирович, помогите! До меня Трамп доебался! Владимир Владимирович! Блять, почему Трамп ползает, как мразь страшная? Владимир Владимирович, где вы? Я хочу вам отдаться. Уйти на покой. Блять, Трамп хуярит вообще прям, не отстает. Я все вроде отстал. А, блять, ползет, сука. Ёбаный Трамп. Так, Владимир Владимирович, вы в данжен комнате в этой? Вот он. Дополнительные налоговые меры. Да не надо.
налоговые вычеты. Да не надо, Владимир Владимирович! Ай, блядь, а что такое высокий? Владимир Владимирович, блядь! Голосование! Я для себя сразу решил, что я не буду нарушать... Владимир Владимирович! Хватит, блядь! А! Разрешите в будущем участвовать... Нет, они меня поймали. Блять. Ребята, может не надо? Блять, Владимир Владимирович, ну пожалуйста, нахуй. Только не Трамп. Хэппи-энд. Блять. Что, господа, шедевр, говорю, шедевр. За последние полгода в лучшую игру я не играл, просто не проходил. Это просто великолепно, прям вот. На все 100, на все 200, охуенная игра. Всем советую, она стоит копейки, там рублей 8 или 10. Купите, пройдите. Правда, комп нужно помощнее, вот она, возможно, не пойдет на слабых, потому что на моем старом она вообще даже не запускалась. Что, блядь, еще и флаг России стоит на фоне. На этом мы закончим. Не забывай комментарии, если хочешь, чтобы такие игры почаще выходили. Увидимся, когда увидимся. Всем пока.